саженцы актинидии полигама абрикосовой, женская, высаживаются в достаточно плодородную почву. На участок, хорошо освещенный солнцем и защищенный от сквозняка. Если купить сразу крупномеры актинидии полигама абрикосовой, женская, то урожая долго ждать не придется, ведь обычно этот сорт начинает плодоносить уже на четвертый год своей жизни. Сорт относится к среднепоздним. Плоды кисло-сладкие на вкус, имеют специфический привкус и аромат бальзама. Актинидия полигама абрикосовая, женский, это многолетнее растение. Лиана лучше всего подходит для групповых посадок. Актинидия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола актинидия полигама абрикосовая, женский, можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения, сильнорослый. В качестве места выращивания актинидий прекрасно устроит открытый грунт. Актинидия полигама абрикосовая, женский, имеет средний срок созревания. Цвет плода зеленый. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что актинидия полигама абрикосовая, женский, самобесплодный, женский сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.